Всем привет, с вами Мамина Азбука. Задали мне такой вопрос, мне кажется, я на него уже отвечала и видео многократно, по поводу того, чем отличается обычное хождение к логопеду и коррекционный маршрут. Ну, здесь, по-моему, все просто, то есть к логопеду вы ходите только к логопеду, он занимается тем, чем считает нужным. Коррекционный маршрут — это когда вы ходите к нескольким специалистам, у каждого есть своя задача, и в итоге план коррекции контролирует кто-то один, кто говорит, кому в какое время нужно сходить, дабы получить определенный результат. По-моему, не стоит обсуждать, что лучше, отдельный логопед или коррекционный маршрут. Если коррекционный маршрут составлен верно, то это огромное подспорье. К сожалению, я вижу и неправильно составленные маршруты, и логопедов, которые не включаются в деятельность так, как положено. Поэтому что лучше, сказать не могу. С точки зрения того, что можно попасть там в плохую ситуацию и здесь в плохую ситуацию. Но мне вообще кажется, что невозможно сравнивать работу логопеда и коррекционный маршрут. Это вообще небо и земля. Потому что в коррекционный маршрут, ну, входит там работа по структуре дефекта, ну, там 5-7 специалистов. Как они все могут не добрать до уровня логопеда? Кем тогда должен быть логопед и сколько тогда часов в неделю с ним надо заниматься, чтобы он мог вот это все делать? И, ну, есть такая у нас, да, звездная болезнь у многих господ логопедов, что вот они поучились там-сям, и они говорят: на нейрокоррекцию не ходи, я с тобой буду заниматься в нейрокоррекционном подходе, а к остеопату не ходи, я там уже сходил на какие-то курсы, я тебе сам все сделаю. Но, пардоньте, сколько тогда часов в неделю надо проводить у этого логопеда, если он хочет там 6 часов в неделю с тобой работать каждый день, и делать там с тобой вот эту вот работу там 2 дня в неделю как логопед, 2 дня в неделю как нейропсихолог, еще 2 раза в неделю как там все остальные, какие-то там мануальные остеопатические техники. Ну, пожалуйста, ну, лично я считаю, что невозможно быть классным специалистом сразу везде. Вот, по чуть-чуть там что-то применять, где-то что-то пододвинуть, да, ну, не вопрос, но прям чтобы так, мне кажется, это какой-то unreal. Вот, поэтому я за коррекционный маршрут. Мы работаем в подходе коррекционного маршрута всегда.